вы на моем канале. С вами я и Пикси. И вчера я нарисовала новую коллекцию. Сейчас я вам покажу один пакетик. Вот у меня наши любимые коробочки. Вот. Вот такая вот коллекция. Называется «Поход». Вот. Также мы сегодня будем открывать приложение. Вот я их отложу. И вот еще пакетики «Поход». Вот такие вот пакетики. Это самый большой. Мы его напоследок ставим, наверное. И я специально нарисовала страничку для этой коллекции. Вот. Тут мало что понятно, но когда коллекция соберется, вы все поймете. Ну что ж, давайте начнем с новой коллекции. Так, я хочу начать с вот этих маленьких. Большой мы оставим на потом. На другое видео, наверное. Так, я хочу... Они все одинаковые? Я хочу... Давайте вот это. Вот этот пакетик. Так, сейчас я достану клей. Я его забыла подготовить. Вот, у меня пенал вот такой красивенький, самодельный. Так, все, взяли клей, чтобы приклеивать, потому что у меня нет двухстороннего скотча. Так, вот сюда его поставим. Давайте открывать. Вот тут вместо стрелочки елочка, две бабочки и палочки с маршмеллоу перекрестиками. Ну, в форме крестика. Так, давайте открывать. Вот тут уголок не проклеенный специально. Так, вот открывается. Там что-то есть. Так, уже выпало. Пакетик мы раскладываем. И здесь у нас облачко. Такое миленькое облачко. Так, берем нашу страничку. Так, Пикси, подвинься. И облачко подходит вот сюда. Давайте же его приклеим. Так, кстати, кто хочет, чтобы я показала, что тут у меня еще нарисовано, потому что я раньше его вела как свой личный дневник, то заходите на прошлое видео и ставьте там лайк. Если там наберется 10 лайков, то я покажу. Вот. А до тех пор это будет в тайне. Так, приклеиваем облачко, четко по контуру я постараюсь. Вот так. Вот наше облачко. Так, ну и давайте приложение откроем. Мы не один пакетик открываем. Так. Вот они, наши пакетики. И давайте возьмем 3 штучки. Синий, зеленый и фиолетовый. Так. Но я не открою эти пакетики, пока вы не подпишетесь. Вот подпишитесь. У меня и так мало подписчиков. Так что подпишитесь и поставьте лайк. Особенно на прошлое видео. Так, давайте начнем с фиолетового. Открываем тут как конвертик. Так. Чуть-чуть это... Плохо открывается. Все, открыла. Так, и достаю приложение. Так, достаю. Раз приложение. И два. Так, вот это первое. Это приложение ВКонтакте. Вот есть приложение, есть там разные. Вот циферка 7, потом приклеим. И вот приложение, может, некоторые не поймут, но вот лично у меня на iPad есть приложение, и там можно фотографироваться. Есть еще несколько эффектов, там рентген, тепловизор, вот солнечная труба такая. Вот, может, у кого-то есть? Правда, я плохо нарисовала, ну вот. Вот такое приложение под цифрой 19. Давайте приклеим. Сначала ВКонтакте. Вот я вам еще раз покажу. Вот ВКонтакте. Так, все, приклеили. Ой, точнее, намазали. И клеим. Вот так вот. И вот это под цифрой 19. Намазываем, клеим. Вот так вот.
15. Вот так вот. Вот, смотрите. И у нас уже почти собрался вот этот ряд. Так, у нас еще два пакетика с приложениями. Давайте открывать. Так, зелененький. Так, там, как всегда, два приложения. Так. И первое приложение достаточно популярное. Точнее, не приложение, а игра Brawl Stars. Вот. Наверное, многие знают, и многие в нее играли. Вот. И второе приложение. Это приложение, сейчас почитаю, MSQRD. Правда, мне тут плохо чуть-чуть написано, но ничего. Вот. Тут есть всякие, не фильтры даже, а маски. Вот, это приложение под цифрой 14, а это под цифрой 15. Совпадение? Не думаю. Давайте. Ой, у нас собирается один ряд как раз. Так, 14. Я подбирала приложение в пакетике совершенно случайно. То есть не специально вот 14 и 15 в один пакетик положила. Так. Приклеиваем. И вот наша страничка. Вот один ряд собрался. И давайте приклеим. Ой, давайте откроем синенький пакетик. Открываем. Так, не открывается что-то. О, цепила. Так, порвался чуть-чуть. Вот так неаккуратно открыла. Но ничего страшного. Так, открывайся. Так, открылся. Так. Первое приложение. Так, а второе вот оно. Так, достала. И давайте начнем с вот этого. Это приложение Viber, вот. Что-то вроде WhatsApp, но по-другому называется. Вот, у меня на пальце оно висит, потому что у меня палец в клее. Вот, упал. Под цифркой 4. И следующее, это Safari, наверное, многие знают. Это что-то вроде Google, там можно много чего делать. Вот такой компас. Под цифрой 21. Давайте приклеим. Вайбер приклеиваем. Вот сюда. И у нас опять же почти собрался один ряд. И теперь Safari. Цифра 21. Так, приклеиваем. И вот так. Я, кстати, в прошлом видео, или позапрошлом, уже не помню, говорила, что в этой коллекции будут повторки. И я решила вот сюда куда-нибудь рядом приклеить один конвертик, чтобы туда складывать повторки. Вот давайте возьмем клей, куда я делала клей, вот он. И куда-нибудь с края приклеим, но тут места мало. Вот я предлагаю вот сюда, в уголочек, чтобы сюда складывались повторки. Так, сейчас намажем вот эту сторону клеем. Так, закрой, пожалуй. Так вот. Так, у моей мамы телефон звонит. Не обращайте внимания. Пожалуйста. Так, не обращайте внимания на этот звук. Технические неполадки, можно сказать. А тем временем я уже приклеила пакетик. Вот. Пока что у нас нет повторок. Все новые. Вот так он будет закрываться. Чуть вылазит, но это не помешает. Так. И я предлагаю открыть еще один пакетик с походом. Потому что, ну, как-то мало открыли мы сегодня.
Так, опять же я маленький выберу. Вот у меня тут есть самый маленький какой-то. Вот давайте его откроем. Вот этот самый маленький. Так, пикси у меня. Ух ты, какие у тебя классные новые приложения. Класс. Правда, пикси. Так, открываем. Я вам уже пакетик показывала. Хорошо очень открылся. Так. Чуть-чуть приклеился. Сприс. Вот он. Это рюкзачок. Давайте его приклеим. И будем заканчивать видео. Так. Приклеиваем. Вот так вот по контуру. Вот. Ну и мы закончили на сегодня распаковку. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Да, подписывайтесь, у нее очень классный канал. Да, в скором времени будут еще новые коллекции. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всем пока. Ставьте лайки и делайте все, что хотите. Всем пока. Пока.